Снова здравствуйте, снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Снова передо мной лежат посылки, это означает, что мы их будем распаковывать. Посредник, бесплатный посредник, услуга работает, да, поэтому мы видим раз, два, три, четыре, четыре посылки, которые, ну, я себе изначально вряд ли бы заказал, хотя при всем при этом вот эти две посылки, они очень интересны, и вполне возможно, они будут ходить ко мне на регулярной основе, и... У меня также есть вторая услуга, товары в наличии по цене продавца AliExpress, как вот, например, вот эти два. Скорее всего, они у меня будут постоянно. А сегодняшнее видео, я думаю, мы разобьем следующим образом. Откроем две вот эти вот, три вот эти упаковки, да, постоянные мои зрители, им они будут неинтересны. Вы можете немножко промотать дальше, а дальше начнутся вот эти вот четыре упаковки, они, ну, гораздо интереснее для тех, кто меня смотрит регулярно. Начнем. Ребят, это что-то новенькое. Только я начал ругаться на продавца, которого я регулярно заказывал стекла, о том, что он их присылает без розничной упаковки. Он, смотрите, что начал делать. Начал присылать стекла вот в такой достаточно удобной розничной упаковке. Стекло на Blackview A8 подходит средненько, да, то есть... Как сказать-то? В общем, A8, по-моему, это не тот телефон. Хотя нет, давайте лучше примерим. Теперь самое главное, крышки не перепутать. Блин, ребятушки. Это же просто праздник какой-то. Это реально праздник. А, значит, смотрите, раньше продавец помимо наушников, зарядки, инструкции, клал вот такие вот чехлы. Потом он перестал класть такие чехлы. Ну, очень серьезно он выглядит для такого телефона. Блин, это чудесно. Чудесный телефон. Чудесный чехол в подарок. Вот как оно бывает. Теперь вместо такого чехла все кладут силиконовый бампер. Примитивный силиконовый бампер. Значит, вот смотрите, когда я говорил про стеклышко, о чем шел разговор. Из-за того, что стекло само по себе закругленное, да, в связи с этим достаточно большие зазоры остаются. Поэтому мы его уберем. Мы его показали, что вам еще нужно. Значит, вот он сам телефон. Телефон, несмотря на свою стоимость, а стоит он чуть дешевле, чем 4000 рублей, достаточно интересный, хороший и имеет достаточно хорошие характеристики. Второй телефон, я подозреваю, уже будет со стандартным, да, со стандартным силиконовым бампером. Поэтому, ребят, если вам нужен этот телефон, уточняйте момент с бампером, у меня осталось с силиконовым или вот с таким чехлом. В остальном все то же самое, тот же самый серый, все один в один. Прошивка хорошая, вилка наша европейская, цена невысокая. Для своей цены телефон, ну, реально бомба. Так. Самое интересное, наконец. Менее интересное на сейчас. Ну, как менее интересное? Хотя, вы знаете, вполне возможно, вам это будет даже поинтереснее. Так, ну... Тут безобразие просто. В посылке была посылка. Откроем, что в ней. Не валяшка. Наверное, еще одна посылка будет в ней. Вот так сделаем. Потрясающе. Значит, видите, ребят, в подарок медиатора это называется, если не ошибаюсь. 0,71 и 0,81. И вот такой вот тренажер для пальцев. Значит, можно... Можно все это дело каким-то... Так, ну, смотрите, да, вы под пальцем можете его раздвигать, выставить нужную вам длину и... Ух ты, знаете, у меня
Слабо накачанные пальцы, выясняется. Не знаю, я вот... Да, все-таки вот разница ощутима. Слабый, совсем слабый запах какой-то присутствует. Смысл какой? Под каждый палец можно выставить свою упругость нажатия кнопки. Да, и вот отдельно можно накачать там нужный вам палец. А для тех, кто занимается музыкой, я подозреваю, это достаточно полезная, хорошая, интересная, необходимая вещь. Для тех, кто музыкой не занимается, она, видимо, не сильно нужна. Вот она есть. Да, у меня ее попросили приобрести. Я ее приобрел, распаковал. Скоро я ее отдам человеку. Ну, а пока вы ее увидели. Она в розничной упаковке, все симпатично, все хорошо. Едем дальше. Это, вы знаете, достаточно такая серьезная штука. Для чего она нужна? Мы это надеваем на собаку. Там есть разные размеры. Здесь мы можем цеплять карабинчик, да, поводок. И при необходимости мы можем поднять ее за вот эту ручку. По запаху, запаха никакого такого криминального не вижу. По качеству прошивки, ну, по качеству прошивки достаточно симпатично, хорошо все прошито, все прям вот внешне очень качественно, очень серьезные такие. Как же тебе открыть-то? Не просто даже как-то открывается, а, видимо, надо нажать. А, вот, видишь, какая-то дополнительная. Нажать здесь и нажать здесь, тогда откроется. То есть какая-то прям вот... Я впервые на самом деле вижу такую защелку. Вещь очень интересная. Но при всем при этом, ребят, да, у меня нет собаки. Ни маленькой, ни большой. По этой причине я сейчас отдам этот заказ тому, кто... Эту посылку тому, кто ее заказывал. Человек, который заказывал эту посылку, сделает следующее. Он сфотографирует. Кстати, вот из-за того, что здесь слишком светло, реально, ну, не такой яркий цвет. Он сфотографирует все это дело на собачке, посмотрит, потестит и свои отзывы оставит в моей группе ВКонтакте. Если вам это интересно, заходите в группу, ссылка есть в описании. Смотрите чужие отзывы с реальными фотографиями. Оставляйте свои, плюс, ну, периодически там будут делать какие-то розыгрыши. И конкурс, ну там подарок за репост, ну и так далее, тому подобное. И, собственно говоря, жду от вас комментариев, создавать ли мне на разделе отдельный канал товары для животных, ну как вариант. И хватит на этом. Давайте к нашим двум упаковкам. Давайте к двум упаковкам. Чешутся у меня руки относительно этих двух упаковок. Или, может, их потом откроем. Откроем мы их сейчас. Откроем мы их сейчас. Запаковали-то как? Это какой-то подарок. Раз, два. Два подарка и две коробочки. Третья коробочка у нас, видите, без подарка. Значит, вот это мы убираем в сторону. И давайте смотреть, что мы имеем. Не той стороной я открыл. О, вот эти вот я открыл уже той стороной. Когда я узнал, что существуют такие вещи, ну, я сначала обрадовался. Когда я узнал возможности этих вещей, я, ну, немножко выпал в ступор, скажу честно. Что это такое? Это часы. Да, то есть... Раз. И это... Открывайся! И это часы 2. Вы знаете, вот у этих часов вот эта вот загнутая часть, она без движения. Понятное дело, что это на детскую ручку, но вот по мне как-то вот гладко. Вот так вот гораздо будет веселее, чем, ну, ограниченность. На взрослого не наденешь. Даже не знаю, как их правильно назвать. У них есть, в принципе, цифры. Да? Это Q50, это Q90. Отличие между ними заключается в том, то, что... Не, ну давайте в первую очередь, что это такое? Детские часы, с помощью которых вы можете в любой момент, используя приложение, узнать, где находится ребенок.
Б. Вы можете поставить ограничения какие-то географические, и если за эти ограничения ребенок выходит, а вы будете получать об этом информацию, да, то, что ребенок вышел, отошел слишком далеко от дома. Помимо прочего, ребенок может нажать кнопку SOS, и по запрограммированным вами номерам будет произведен звонок. Низкий заряд батареи. Видите, на русском языке все написано, то есть часы русифицированы, в телефонной книжке пусто, показывает сегодняшнее число, но единственное, во времени он ошибся, сейчас далеко не 5 часов. И помимо прочего, вы можете сделать вещь, которая меня, в принципе, немножко даже возмущает. Ух ты, вибрация у них такая громкая. Часы только поддерживают 2G данные. Для чего они это говорят? Если вы в Москве и решите вставить в них сим-карту от Теле2, сим-карта Теле2 работает только в режиме 3G либо 4G. Поэтому вот учитывайте этот момент. Что меня возмутило? Вы в любой момент можете нажать кнопку, и на часах включится динамик. Вот он у нас, динамик, прячется. И вы услышите все, что происходит рядом с этими часами. То есть, о чем говорит ваш ребенок, о чем говорят окружающие его люди, ну и так далее, и тому подобное. То есть, грубейшее вторжение в частную жизнь вашего ребенка. В принципе, ну, вы можете же это не включать. Вы можете ограничиться тем, то, что здесь есть встроенный GPS, когда ребенок находится вне помещения, точность, ну, очень хорошая, да, то есть там GPS, как он позиционирует там, порядка 5 метров точность, это, ну, очень неплохо. И еще у них есть какое отличие. Вот эта вот ерундистика, это... А датчик снятия с руки. То есть, если ребенок вдруг решит то, что дай-ка я сниму часы, вы об этом опять же узнаете. А здесь ремешочек такой прорезиненный, симпатичный. Здесь тоже прорезиненный, симпатичный. Ну, вот еще раз, да, если мы на них посмотрим сбоку, здесь на более взрослую руку без проблем можно будет их надеть. Второй плюс. Здесь сим-карта вставляется вот в этот слот. То есть, их подковырнули, вынули, сим-карта вставилась, забыли. Здесь, я вот не знаю, это вообще нормально, то, что двух саморезов не хватает или нет. А здесь в комплекте идет отвертка, и вы можете в любой момент открыть, вставить сим-карту и закрыть обратно. Что-то я уже начал заговариваться. Плюс какой? Ну, убирая вот эти вот все вещи о том, то, что частная жизнь ребенка и так далее и тому подобное, часы потерять гораздо сложнее, чем телефон. В любой момент ребенок может вам позвонить, нажав кнопку SOS. Он нажимает кнопку SOS. Вот видите, я с датчика убираю руку, исчезает то, что надет или нет. Контакты, чат, дружить даже с кем-то можно, шаги считать и так далее и тому подобное. Значит, в любой момент он может нажать кнопку SOS и позвонить вам. Здесь он будет слышать вас, сюда он будет говорить вам. Ребенок может почувствовать себя агентом какой-то там секретной службы, ему это будет весело. Вы знаете, а что интересно, вот судя по вот этому вот датчику, вот он датчик, это, судя по всему, тоже датчик надели на руку или нет. Или это что-то другое. Затрудняюсь сказать. Датчик это или нет, часы достойны отдельного обзора. Значит, плюс какой? Вы можете всегда знать, если ребенок вышел слишком далеко за какие-то рамки, да, как это делается. Вы скачиваете программу на телефон. Чтобы ее скачать, здесь где-то есть QR-код и т.д. и т.п. Но, опять же, я об этом, думаю, расскажу в отдельном обзоре. Фишка заключается в чем? Эти часы заказал человек, я ему их передам, я их трогать не буду. Потому что здесь у часов там есть код и так далее и тому подобное. У меня придут еще такие же часы, либо похожие, и я на них предмет не сделаю обзор. Поэтому пока часы ко мне идут. Привет, говорит. Пока часы ко мне идут. Есть какие-то конкретные вопросы, какие-то тесты вы хотите по ним там узнать, что-то еще, вы мне напишите обязательно. Задайте этот вопрос в комментариях к видео. А я постараюсь со следующими часами сделать предметный обзор. Вещь, ну, на самом деле интересная в наше нынешнее время. Поэтому, ну, вот
ждем. А за сим, я думаю, видео надо заканчивать. Такие вещи, какая здесь емкость, аккумулятор и так далее и тому подобное. Это вот надо делать конкретный обзор, замерять тесты, смотреть географически, позиционирование, как это подключать и так далее. Пишите, обязательно пишите все, что вас интересует. Постараюсь в следующем видео все это дело заснять. Какая будет цена на часы, которые регулярно будут ко мне ходить, я смогу сказать вам позже, потому что, ну, все-таки надо разобраться, производители есть хорошие, плохие. Определюсь, у кого я беру, да, я вам обозначу цену, и без проблем они как минимум в 2-2,5 раза дешевле, чем здесь, ну, точно будут. Комментируйте, лайк, дизлайк, понравилось, не понравилось. Делитесь видео с друзьями в своих соцсетях, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. За сим все, всем всего.